Ольга Орлова рассказала о сыне Жанны Фриск. Певица начала приходить в себя. Бывшая солистка группы «Блестящий» и близкая подруга Жанны Фриск Ольга Орлова рассказала о Платоне. Она подчеркнула, что старается участвовать в жизни сына подруги. «Я делаю все, что в моих силах. Конечно, никто не заменит Платоше маму. Но я бы хотела дарить ему свою любовь, помогать, быть рядом», — рассказала Ольга. Она заявила, что осознает, какая ответственность возложена на нее, как на крестную Платона. «Обычно, становясь крестным, ты думаешь, если что, я возьму вахту, буду рядом, а тут, если что, уже случилось». Она добавила, что Платон растет очень добрым и улыбчивым мальчиком. Ольга очень надеется, что не разочарует Жанну, которая, возможно, смотрит на нее сверху. Орлова говорила, что диагноз подруги для нее самой был приговором. «Моя жизнь перевернулась, когда заболела Жанна. Мир разделился на до и после. Вот ты живешь красивый, здоровый, успешный и богатый. И вдруг беда, и никто в целом мире не может помочь», — отметила Ольга.